Всем привет, с вами снова Трибунал, и я снимаю быстренький обзор на завтрашнее обновление. Во-первых, нам добавят три фиолетовых агата. Это будет у нас Лилит, Анаким и Тиминиэль. По статам и по скиллам вы, в принципе, сами можете посмотреть. Делаю максимально быстрый обзор. Так, три фиолетовых. Далее у нас идут красные. Красные — это у нас Фокс Шаман, Истина, Тиата. Дальше Нефилим и Веном. Вот этих пять красных агатов нам должны добавить. Синие нам добавят Гиткипер, Голем Гвардиан и Стаккато. Также еще добавят один зеленый. Вот такой Гарпия. Это все агаты, которые нам добавят. Если отталкиваться опять-таки от обновления Японии. На Японии были добавлены именно эти агаты. Возможно, нам добавят немножко больше, так как есть упущенные агаты. Смотрим, еще добавят печать. Почему-то у нас в обновлении написано, что добавят печати, но по факту должны добавить только одну печать. Вот такую, ПВЕшную. Прокачивается она за маленькие кристаллы. Полностью используются обычные кристаллы. И по статам дает доп-деф против мобов, дополнительный урон против мобов, общую точность, количество восстанавливаемого хп от банок, Potion Recovery Mount и PvE Damage Reduction. PvE Damage Reduction у нас, кстати, появляется, по-моему, на 6-м. Нет, на 7-м уровне. То есть PvE Damage Reduction появится только после перехода на 7-й уровень. Максимальные статы, которые мы можем получить, это вот так вот. Вот оранжевый — это максимальный PvE Defense 15, точность 15, экстра PvE Damage 10, реген банок плюс 10 и Damage Reduction плюс 5. Но у нас написано, что добавят печати. Я думаю, что это ошибка перевода, но возможно нам добавят еще PvP-шную печать. ПВП-шная печать, соответственно, будет качаться за большие кристаллы. Но я думаю, что ее не добавят. То есть, в принципе, я думаю, добавят только ПВЕшную. Так, и также нам добавят новый клановый данж. Это будет Бист. Дракон с... Сейчас, вот бонус. Вот, на 12 уровне клана будет улучшенный рейд клана. Или Advanced, продвинутый, получается, да? Вот, и там будет Бист с Лоа, клановый. В принципе, вот такой быстрый обзорчик обновления. Также добавят... нет, не все. Еще добавят данжи, вот эти ежедневные партийные данжи. Добавят среднюю сложность. То есть будет сейчас легкий, будет еще нормал. Вот, ну и плюс дополнительно будут ивенты еще всякие. В принципе, вот такой вот быстрый обзорчик. Не затягивал видео. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.